Ну, бывает, это уже случай из жизни. Значит, мой близкий человек решил походить на массаж. Вот, массажист, наша знакомая, говорит, ну, давайте, я, как бы сказать, на вас потренируюсь. Ну, и в день походила нормально, второй, там, третий, четвертый, а потом что-то там разболелось плечо. Разболелось плечо, и вплоть до того, что начались такие боли, что человек вообще стал нетрудоспособен. И вот как, и как это понимать? Я вспоминаю свой массаж у Владимира Григорьевича Задёрина. Он такой, знаете, мощный, болевой, для того, чтобы активировать жизненные силы организма на восстановление. То есть организм, как бы сказать, в какой-то спячке находится, вот что-то там у него побаливает. Ну, можно там, допустим, как-то с этим мириться, ну и ладно, и миримся. Вот, и для того, чтобы вернуть его в здоровое состояние, надо дать встряску. Эта встряска делается вот таким как раз болевым массажом. И вот я вспоминаю, он меня, знаете, как медведь наломал, у меня все тело болело, все тело ныло, и поднялась температура, как ответная реакция на это, то есть то, что и надо было вызвать. Вот потом это, естественно, там проходит, и, ну, будем говорить, идет уже реакция активации, реакция восстановления, реакция, значит, вот, исцеления. То есть... Что я хочу сказать? Если вы начинаете чем-либо заниматься в оздоровительном плане, ну, начнем так, допустим, делать вот массаж, вы должны уже в уме ожидать ответные реакции организма. И не всегда они будут хорошие через эти кризисные явления. Надо будет пройти для того, чтобы обрести здоровье. То есть для того, чтобы, значит, быть здоровым, вот надо пройти через кризисы. Вы там решили, грубо говоря, качаться, начали там качаться, все, мышцы заболели. Нормально это? Да, нормально, пока вы не втянетесь. Вы там начали питаться, там, вегетарианство, еще что-то. Естественно, также будут какие-то реакции со стороны организма, вот, которые будут сообщать вам, что происходит в данный момент с вашим организмом. И надо понимать эти реакции, чтобы через них пройти. Потому что если их не понимаете, то человек просто-напросто бросает на голоде эти реакции, могут быть на физической тренировке, вот на массаже могут быть, на питании могут быть, на умственных различных практиках тоже это все может быть. Растяжки, мышцы заболели, то есть все идет через какие-то изменения в организме, через какие-то процессы в организме, которые называются кризисными явлениями. Это надо понимать, это надо принимать, это надо уметь проходить через них, облегчать это состояние и добиваться того, чего вы хотите. Если это не знать, значит, вот, чтобы вы были готовы. А не просто так, а я там займусь тем, а я займусь этим, а я займусь еще чем-то. А потом думаете, ага, я там нанес там себе вред там тем или иным. То есть читайте мои книги, в которых я особенно большой раздел как раз посвятил явлению кризиса. Какие они бывают и как из них выходить. Ну, по крайней мере, знать. Все, на этом я закончил.